Инвентаризация партийных ячеек и партийное строительство стали главными темами встречи в рамках очередного партчаса. Встреча прошла в территориальном управлении Заречье. В ней приняли участие представители местных первичек и депутаты окружного совета. Как сообщила исполнительный секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Белоусова, по результатам обсуждения было принято решение частично обновить состав партийцев в Заречье и увеличить масштаб деятельности на этой территории.